Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Носители этого имени, родившиеся под числом 3, гармонируют с теми, кто родился под их собственным числом. Данное имя имеет в удовлетворительной мере отсутствие ясно намеченной цели. В основном владельцы этого имени имеют ярко выраженное кокетство и легкомыслие. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Главные качества этого имени – изобретательность, коммуникабельность, живость движений и испытываемая сполна радость жизни. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Страх у этого человека проявляется необоснованно. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.